Привет, друзья! Я сегодня на утиной охоте, на вечерке. Расставил чучела, поставил 8 штук. Вот. Только сел, в манок еще не манил, ничего не делал. Плюхнулся в мои чучела, уже плюхнулась уточка. Выстрел один уже сделан, я уже с добычей. Поэтому вечерка в любом случае уже удалась. Ну и посмотрим, конечно, что будет дальше. Манок у меня сегодня Double Nasty 2. Основной свой манок, который я даже не знаю, манков, наверное. Какой-то просто пластиковый. Вот купил срочно, нужен он был мне на охоту. Я его взял. И, собственно, все. Вот он, мне нравится его звук. Я с ним езжу, у меня утка на него реагирует прекрасно. Остальные манки забросил свои. Но вот было у меня их с собой два. Один оставил дома, случайно забыл. Double Nasty с собой. Ну, как раз для таких случаев, если вдруг забываешь. Я сегодня день весь основной пробегал в разведке, в ходовой охоте. Покушать толком не успел. Вот. У меня с собой есть чай. Есть с собой баранка. Баранки есть и хлеб с салом. Ну, собственно, для еды самая отличная еда для охотника. Сало и хлеб. Ой, как же хорошо горяченького выпить. Ой. Ну и открытие само я пропустил из-за болезни. Поэтому, конечно, хочется вот сейчас с чучелами по классике, чтобы плюхнулось на воду там или при посадке стрелять. Ну, хочется, чтобы было красиво, чтобы было душевно, чтобы с хорошим настроением уезжать. Я, в принципе, уже с хорошим настроением уеду. Я добыл уже утку. Ну вот, хочется немножко больше. В сгущающихся сумерках, когда над водой поплыл туман, был добыт мой второй трофей. Но камера, к сожалению, в этот момент оказалась выключена. Ну вот, вторая уточка. Еще сидим, еще пока сумерки, еще не совсем темно, возможно, еще кто-то прилетит.
Лед утки был настолько интенсивный, что я мог не суетиться и выбирать, когда и в какую птицу мне стрелять. Не обошлось, конечно, и без промахов. Но все же очень скоро я добыл установленную дневную норму и остальных налетающих птиц отпускал без выстрела. Кш, лететь сюда! Вон, смотрите, уточка села. О, полетела. Вон, полетела. То есть я стою здесь, снимаю, они садятся. Кыш! Кыш отсюда. Я сегодня уже настрелялся. Ну все, ребята, я свою вечерку закончил. Сейчас пойду доставать битую утку, пойду доставать чучела. Хотел я взять 2-3 штуки, взял норму сегодня, 5. Сейчас осталось всех поднять с воды, достать, ну и собираться потихоньку выдвигаться в сторону дома. Вот такая вечерочка была. Настрелялся от души, честно скажу. И прям хорошо, что я с двустволкой, не с полуавтоматом. Вау, ребята! Ой, а мне, похоже, придется лодку доставать. Там такая глубина. Тина затягивает. Я идти туда просто не могу. А я думал, я обойдусь без этого. Ладно. Я в тине по пояс увязаю. Это прям вообще не дело. Вот мне за уточкой сходить. Ошибся. Как ни пытался я этого избежать, однако пришлось идти в машину, доставать и накачивать лодку и лишь потом собирать чучела и свои трофеи. Все это заняло довольно много времени, и закончил сборы я уже в полной темноте. Ну вот, охота сегодняшняя закончена. Закончена удачно. Компенсировал я, собственно говоря, отсутствие открытия официального на утку. Но открылся сегодня, тем не менее, для себя удачно. Все, ребята, всем ни пуха, ни пера, всем удачи и до новых встреч!